шагал. Похож на свое одиночество, ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом, а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно. Тружусь и хвораю, в Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит. Не слышит, какой-то нездешний далекостью дышит, пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни камня, ни лазурного берега, ни нынешней славы, светло и растерянно. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его, пропыленный и жаркий, прикол от земле, каланчою пожарной. Там смерти и свадьбы, моления, ярмарки. Зреют особенно крупные яблоки, и сонный извозчик по площади катится. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку, темнеет. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за внимание. Очень радостно было видеть вас на нашей очередной встрече в этом замечательном клубе, магазине, где нет только одной книги. Но мне ее сшили и подарили все. Спасибо вам.